Югру вновь посетил маэстро Валерий Гергиев и прославленный оркестр Мариинского театра. Накануне в Сургуте артисты дали концерт в рамках 18-го Московского пасхального фестиваля. Музыканты исполнили произведения Дебюсси, Мендельсона и Чайковского. К слову, Сургут уже в третий раз принимает пасхальный фестиваль. Вход на концерт для всех желающих был свободным. Отдельное приглашение получили ветераны, труженики тыла, многодетные семьи и студенты музыкальных школ. Добавлю, 18-й Московский пасхальный фестиваль проходит в России с 27 апреля по 12 мая. За это время артисты дадут концерты почти в 20 городах страны. Нас приехало около 16 человек. Мы приехали сюда за какие-то особые заслуги. У нас здесь присутствует наш кадетский корпус от нашего города. Также здесь ученики школы искусств нашего города Белоярска. А я приехал сюда как представитель детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе Югре. Тут столько было ярких концертов, я помню, замечательные солисты, наши лучшие солисты, западные солисты приезжали. И в конце концов, уже в 2003 году мы прошли по многим регионам, может быть, не самым далеким, но мы пошли достаточно смело с программами большими.